Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребятки, сегодня будем проверять и смотреть, что умеет телефончик. Это у нас Motorola E770. Рихард нас балует интересными телефонами. Все классно, увы, это телефон без задней крышки. И это, конечно, печалька. Посмотрел на аукционах у нас, это в Мариуполе и в других городах нет этих крышек. Это, скорее всего, надо или на разборку идти где-то смотреть, ковырять. Но это нереально. Так, давайте проверять, смотреть, что умеет данная моделька. Данная модель, я так понимаю, работала в сети от компании Vodafone. Ну, вот так посмотрел его на первичные фотографии в интернете. Смотрится, конечно, классно. Он чем-то напоминает К1 E398. Если я прав, напишите мне, пожалуйста, в комментах. И вот опять встречаю телефон немчуровский, у которых постоянно мигает Bluetooth. Надо будет его отключать, потому что он реально садит аккумуляторную батарею. Так, давайте начнем обзор. Потом уже дойдем до этого Bluetooth. Далее. Значит, смотрите, ребята, здесь у нас демо-версии игр, и их, кстати, очень много. Какой-то вот демо-принц, может, принц Персии, который мы с вами смотрели на каком-то черно-белом телефоне, по-моему, C55. А, да, с голубой подсветкой. Так, да, принц Персия, класс. Тут, конечно, одно но, вот это вот лицевая пошкарябана очень. Do you want to launch the browser? No. And. Сейчас мы сделаем. Я неправильно, знаете, что сделал? Там надо было написать бесплатная игра. Ладно, не будем туда идти. Может, давайте посмотрим. Тут что-то есть. Тоже Game Loft. Так, English, Italiano, Espanola. Давайте. Deutschland не надо. Ненавижу Deutschland. Не понял. А где ж русский? Ой, не английский, а вот он. Sound on. Start trio. Очень много надо сделать позиций, чтобы поиграть 3 секунды. Да, вот это вот дартбот. Ой, криворуки. 100 лет не играл в эту игру. Вот видите, можно еще стрелять. Только если у вас уже пушки, тогда не ловите ничего другого. Видите, оно просто убивает. Ну, прикольно. Так, отлично. Дальше. Следующее, это у нас выход в интернет. Следующее, это у нас фотоаппарат. Не знаю, как фотографируют, не фотографируют. А, вот так мы приближаем зум. А, автоматик, это мы переключаем. А вот так мы делаем больше, вот так мы уменьшаем зум. А, класс. А вот так чпонькаем, и получается фотка. Ну что, прикольно. Дальше. Следующее, это у нас папочка Picture картинки. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, это, скорее всего, обои, которые непосредственно прошиты в самом телефоне. Это уже анимированные обои. Так. Прикольненько. Что-то свежее, я имею в виду, по крайней мере. Сейчас, конечно, этими обоями никого не удивишь. Но... мне нравится, например, вот светло. Сейчас я поставлю тему. Вот это вот. Options. Так, episode wallpaper. А ну. Во! Вот это так и кайф. Дальше. Что у нас есть? У нас есть sound. Jungle bungle. Я не знаю. Ну, это, наверное, родные файлы. Можно прокрутить.
Ой, нет, 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 на. Я не хочу коннектиться. Пожалуйста, не парь мне мозг. Не делайте мне нервы. Так, джангл бой, джангл мой. Так, короче, не знаю. Дальше, видео, что у нас по видео. Кстати, есть какое-то лайв интро. Посмотрим. О, это Водофон реклама. Ребят, не знаю, что за музыка, но мне понравилось. Чтоб меня не за... Так, это от Интуриста. Ну, вроде нормалек. Дальше. Темы. Что у нас по темам? Клаб. Далее. Дефаут. Дефаут. Кастом. Грув. Не знаю, ничего не буду менять. Пусть такое будет. И это Entertainment. Не знаю, это, скорее всего, игрухи. Далее. Можно снять вот видео самим. Раз, два, три, четыре, пять. Проверяю видео. Раз, два, три, четыре, пять. Проверяем видео. Так. Options. DK Preview. Раз, два, три, четыре, пять. Проверяю видео. Раз, два, три, четыре, пять. Проверяем видео. Отлично, ребят. Все работает. Так. Дальше. Следующая папка «Контакты». Ну, вот здесь, видите, на английском читабельно, вот в телефоне хранятся. На сим-карте, где он русскими буквами написан, увы, не читабельно. Digital Auto Player. Далее, Organizer and Tools, инфоторазваги. Облом, русские буквы не поддерживает. Дальше будильник, дальше календарь. Дальше Activation List, не знаю, что такое. Дайлинг-сервис какой-то. И калькулятор для тех, кто любит посчитать. Далее. Передача данных по Bluetooth, по USB и синхронизация с компьютером. По настройкам. Что у нас есть? Ring Style. Давайте послушаем. Style Loud. Select. Так, Back. Я хотел мелодии послушать. Как мне их послушать, ребят? А вот, может, Loud Detail, Volume 7, Messenger, Call Default. А ну, давайте послушаем, может, он играет что-то. О, да. Я знаю, что у него динамик классный. Бомба. Мелодия называется «Латин». Ничто нам не напоминает. Потап и Настя Каменских. Неужели мы не пара? Мне почему-то показалось. Ну, прикольно. Играет хорошо. Так, ну что, попробуем позвонить в компанию «Киевстар». Прослушать еще раз, нажмите звездочку.
Ну что, ребятки, телефон бомбический, телефон громкий и с виду напоминает E1 и E398. Короче, потом я их найду по коробкам, я сейчас пока разбираю все по коробкам, отфотографирую. Работы, конечно, как грязи, перед Новым годом надо подпродать телефонов, чтобы было на что чуть-чуть прожить. Ну и поэтому буду выставлять все на продажу, спасибо Рихарду, что мне помогает. Спасибо ему огромное. Ну, если кому-то понравилось, ставим пальчики вверх, подписываемся на канал. Фотографии будут в конце видосика. Всем пока-пока.